У нас утро. Малик, первый день экзамена сегодня. Да, Малик? Да. Готова? Да. И пойду в школу, да? Да, и пойду в машину такси, я сама одна. Да, обратно поедешь на такси? Мы будем ждать такси. Не будем делать на руках. Доброе утро. Доброе утро, Дениша, не спать. Еще не с помощью, да. Сегодня, оказывается, экзамена не будет. У нас, как говорится, это как тренировка. Тренировочные учения. Завтра будет экзамен. Да, во сколько? Ну, то, то же самое, в такое же самое время. 8 часов утра. Сейчас поедем на трамвае. Потому что очень многие укоряют меня. Постоянно в комментариях говорят, она ездит постоянно на такси. Но мы ездим не постоянно на такси, вот. Покажу вам, как мы ездим на трамвае. Трамвай – единственный общественный транспорт, на котором я могу передвигаться, потому что весь другой общественный транспорт, на нем невозможно передвигаться, а там маршрутки. А? Сколько? Хочу заметить, что это не наши маршрутки, это их маршрутки, они другие. Трамвай едет. Догорела школа. Вот такая вот жизнь в Египте с утра. Догорела школа трамвай. Так, ну мы домой приехали, потому что у Малик не сегодня экзамен оказался, а завтра. Три завтра дня я говорила, не пойдем в школу, потом. Так, ну у нас, что у нас? Еще раз. Да, что мы сейчас будем делать, посмотрим. Лайк. Поставьте лайк, быстро лайк. Лайк? Да, лайк. А что лайк? Сабскрайб. Ну вот мы выбрались уже, сегодня второй день. Вчера экзамена не было, съездили в пустую. Сейчас едем, так что сегодня у Малик будет экзамен арабского языка, и есть у них такой предмет, еще называется хат, это почерк. Так что едем. Погода сегодня пасмурная, наверное, будет, скорее всего, дождь. Экзамен у Малика будет идти 3 дня, то есть сегодня, в четверг, потом в субботу и в воскресенье, в пятницу попадаем. Малик не признается, говорит, что это не ее друзьяшки. Ну все, девчонки пошли. Мальчишки и девчонки пошли. Сейчас уже у них начнется холодно на улице, ветер холодный. Вроде, наверное, я думаю, что градусов 14. А из-за ветра, из-за того, что дома нет отопления, конечно, кажется, что холоднее. Мы пока стоим. Дэнь, как дела, Дэнь? Все. Хорошо? Как настроение? Спать хочешь? Немножко. Дэнь не хочет спать. Малик уже позвали строиться. Пошли, да? Малик не пошла еще? Малик. Или это не так? Малик Мусамик. Ага. Мы с ней поговорили, встретились с главной женщиной, которая приняла у нас документ. Она все посмотрела, у меня была копия оригинал, забрала на оригинал. Я позвонила адвокату, и эта женщина адвокату объяснила то, что так же, как у них забирают оригинал свидетельства о рождении у детей в школе и держат, так же и вот это вот свидетельство, вот это решение суда должно быть, оригинал должен быть у них в школе.
копия заверенная школы с печатями у меня. Ну все, как бы они все поняли, как бы все приняли, все хорошо. Как бы. Ну, самое главное, что документы подтверждающие, все они как бы, она, эта женщина посмотрела, прочитала, с адвокатом тоже с нашим пообщалась. Все. И как бы, в принципе, все. Ну, вот такая ситуация. Но я очень рада, что как бы оно все вот так официально, то есть когда вот официальные бумаги есть, с тобой уже люди разговаривают серьезно. То они как бы тебя не принимают ни за кого, а когда уже есть официальные бумаги, с тобой разговаривают официально. Да? Да? Так что дай бог, что все будет нормально. То есть, когда уже есть решение суда, уже... Кто бы чего бы не думал, кто бы чего бы не хотел, уже будут все вот это соблюдать, когда есть уже решение суда. И уже как бы личное, оно уходит уже на 10-й план, а уже остается вот официальная часть. Вот сейчас едем домой, сегодня водитель должен привезти Малика час. Мы сейчас поедем домой, да не занятие сегодня по арабскому языку, сейчас придет учитель в 10 часов утра. Мы успели, потому что эта женщина должна была подойти к 10, но она подошла раньше. Поэтому нам повезло. Да, 10 еще нет. Вот, время 23 минуты 10. Так что мы нормально успеваем. Хорошо. Люди тебя воспринимают серьезно, то есть это не шуточки и не пререкания друг с другом, а это уже именно серьезно, уже когда иностранец и уже как бы заявляет свои права, это очень здорово, ощущение очень хорошее, потому что за все вот эти годы такого как бы насмешек и непринятия, это такое... Для меня это такой очень хороший результат, и у меня ощущение такое вот очень, ощущение такое хорошее, спокойное и правильное, когда твоя правда восторжествовала, как бы не правда, а твое право восторжествовало. Вот. Именно это заверено, это суд пройден, и сколько мы ездили, Дэнни молодец большой, столько помогал. И сейчас помогает. То есть, если бы не Дэнни, он и в школе сейчас переводил с этой женщиной, когда... Дэнни, ты молодец, Дэнни. Ну вот, Дэнни, ты молодец. Помощник. Так что, как-то вот так вот. Поэтому... Стало сразу как-то спокойно, мне, по крайней мере, потому что я с нашей еще взяли, сказали, каждый пропущенный день стоит сейчас 1 фунт. Сказали, Малик пропустила 30 дней. За египтян, ну, потому это и для египтян такой, да. Малик пропустила 30 дней, вы должны заплатить 30 фунтов. Угу. Ну чего, вообще-то купим сладкого? Вот, ну все, мы подъехали уже до дома, сейчас зайдем, что-то купим к чаю и пойдем домой. Малик привез водителя, она сдала свой первый экзамен, устала, наверное, правда? Угу. Да. Привет. Привет. Ты что там кушаешь? Это помада, ротик. Помада? Ага. Как сегодня первый экзамен у тебя прошел? Нормально. Нормально? Так, я открывала бургеры, она будто, так будто клейная. Клейная. Это надо порвать, наверное, посильнее, да? А, погни, понюхай. Угу. Апельсин. Ты возьми просто. Нет. Ты возьми, его так выбери.
Вот, отлично. Ну так ты расскажи, какой экзамен, по какому предмету это был? По-английски. Английский был? Да. И Кораны. А арабского не было? Арабский. Да. Был? Да. Это какой был, арабский или английский? Арабский и английский. И английский экзамен был? Да. Да. Они взяли бумагу, она отдала нас бумагу, надо писать, которая вот это, надо все писать, я узнала как. Ты написала? Да? Только я отдала ее мисс. Какой зуб! А не сложно было? Не или сложно? Сложно? Не сложно. Смотри, зубой паста. Чего там? Зубай. А это у тебя это маршмеллоу такое, да? Маршмеллоу. Может, она любит Сима. Да, Сима все любит у нас. Ну, она не очень. Ну ладно. А смотрите, Малек что отдала, большая Малек. Она там ее... девочка у тебя, да, в школе? Малек. Тоже зовут. Малек зовут, да? Да, ее Малек, она большая выросла. А ее 20. Да, 20, такая большая. Да, она большая выросла. Ага, ну ты тоже когда-то такая вырастешь, большая. Но я еще не выросла. Ну, скоро вырастешь. У меня скоро будет день рождения. Вот когда будет тепло, у тебя будет день рождения, у тебя в июне. Апельсины. Да? Апельсины. А, как вкусно пахнет. Ага. Давай ее попробуем. Давай. Ну все. Пока. Пока. Пока.